субботу в нашем регионе сохранится теплая, но дождливая погода. 21 июля в Сарове в течение дня велика вероятность осадков. Утром плюс 19, днем воздух прогреется до 25 градусов тепла. Ночью плюс 20. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 742 миллиметра ртутного столба. В Нижнем Новгороде синоптики также обещают небольшой дождь. Утром плюс 20, днем столбики термометров поднимутся до плюс 24. Ночью плюс 19. Ветер восточный 3-5 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. В столице дожди. Утром плюс 20, днем до 25 градусов тепла. Ночью плюс 19. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 741 миллиметр ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.